История Toyota такая же длинная, как проход через эту машину. И Toyota сделала Crown'ом того, она из Crown'а сделала кроссовер. Toyota Crown Signia. Встречайте. Toyota с ее масштабным планом выпуска внедорожников резко контрастирует с другими ведущими автопроизводителями, стремящимися создать единый продукт для каждого размерного класса автомобилей. Вместо этого Toyota выпускает множество продуктов аналогичного размера, каждый из которых обладает уникальной нишевой привлекательностью. Последней моделью, которая будет представлена в линейке кроссоверов и внедорожников компании, является Crown Signia, в которой роскошь уровня Lexus сочетается с классическими атрибутами Toyota, включая трансмиссию только с гибридным приводом. Являясь кроссовером, Crown Signia заменит Venza в качестве двухрядного среднеразмерного автомобиля в линейке Toyota. Она частично основана на седане Crown с почти идентичным интерьером, но с другим внешним дизайном, отличающимся уникальной передней панелью и силуэтом в стиле универсала. Последние внедорожники компании вроде Land Cruiser, Forerunner и Lexus GX были созданы с креном на внедорожные возможности, но Crown Signia создан для езды по асфальту. Мягкая подвеска и бесшумная гибридная трансмиссия делают Crown Signia идеальным внедорожником для дальних поездок. Расположенный на почтенной платформе TNGAK, этот автомобиль намного крупнее, чем родственная Venza. Он на 191 мм длиннее при общей длине в 4930 мм. Он также примерно на 25 мм шире, но крыша на 51 мм ниже, при той же длинной колесной базе в 2850 мм, что и у седана Crown. У Signia пропорции сильно отличаются от модели, которую она заменяет. Что касается общего дизайна, то это длинный, низкий и широкий внедорожник. В Crown Signia отлично используется новейший язык дизайна Toyota – Hammerhead. Это отчетливо проявляется в его фасаде с тонким освещением. Чтобы визуально удлинить кузов, Toyota сохранила чистоту покрытия по бокам, добавив глянцевый черный цвет по нижним краям и колесным аркам. Дорожный просвет у седана Crown увеличивается примерно на дюйм, в общей сложности составляя 170 мм. В задней части используется большинство стилевых приемов для внедорожников последних лет, а именно задний фонарь во всю ширину. Примечательно, что вы нигде не найдете надпись Signia на самом автомобиле. Это сделано специально, как объясняют в Toyota. Бренд хочет подчеркнуть фирменную табличку Toyota, которая лишь недавно вернулась в оформление автомобилей бренда. Электрифицированная трансмиссия позаимствована у седана Crown и поставляется в одностороннем порядке с 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем и 3 электродвигателями мощностью 240 лошадиных сил. Полный привод входит в стандартную комплектацию, но вместо передачи мощности назад на карданный вал, один из электродвигателей установлен на задней оси и включается, когда потребуется тяга на все колеса. Эта комбинация не такая захватывающая, как хотелось бы. Да и двигатель может гудеть при резком ускорении, как отмечают многие обзорщики. Но Crown Signia достаточно быстра для маневрирования на шоссе. Разгон до 100 км в час за 7 секунд не самый впечатляющий показатель, но вполне конкурентоспособный среди других гибридных внедорожников этого размерного класса. Toyota заявляет расход Crown Signia в 6 литров на 100 км по городу, 6,3 по шоссе и 6,2 вместе взятых. Привлекательность же Crown Signia заключается в роскошном салоне и бесшумной езде. То, что Toyota создала здесь, является потенциальной проблемой для Lexus. Crown Signia предлагается в двух комплектациях – XLE и Limited, и обе отличаются множеством функций, роскоши и удобства. Цена XLE начинается от 44 985 долларов, что немного меньше, чем у меньшего Lexus NX350H Hybrid, и включает кожаную отделку, передние сиденья с большими подушками, подогревом и вентиляцией, двухзонный климат-контроль, цифровую панель датчиков, 12,3-дюймовый информационно-развлекательный дисплей и 19-дюймовые колесные диски. Центральный сенсорный экран обеспечивает беспроводную работу Apple CarPlay и Android Auto, а также множество других функций подключения, включая Wi-Fi и голосового помощника. Комплектация XLE оснащена стереосистемой с 6 динамиками. Комплектация Limited обойдется в 49 385 долларов, что на несколько тысяч долларов дешевле RX Hybrid. В топовой отделке добавляется стереосистема JBL с 11 динамиками, фиксированная стеклянная крыша, внутреннее освещение и 21-дюймовые колесные диски.
Дополнительный пакет передовых технологий обойдется еще в 1865 долларов. Туда входят камеры 360 градусов, складывающиеся зеркала с электроприводом и некоторые дополнительные технологии помощи водителю, такие как датчики парковки и система предупреждения о перекрестном движении спереди. Toyota уже около 10 лет занимается доработкой платформы TNGA, в результате чего получилась хорошо отлаженная система. Рулевое управление типично для Toyota. Легкое и быстрое, с небольшим сопротивлением, но стабильным ощущением от упора до упора и небольшим люфтом в центре. Низкая габаритная высота также влияет на центр тяжести. Toyota среднего размера, поэтому на неровном асфальте автомобиль никогда не ощущается раскачивающимся. Даже неровные дороги не в состоянии внести ничего, кроме приглушенного гула. Звукоизоляция Signia защищает пассажиров от громкого звука извне. Здесь нет адаптивных амортизаторов, только хорошо продуманная подвеска. Signia демонстрирует приемлемый для автомобиля такого класса уровень крена кузова, занимая промежуточное положение между более спортивной Mazda CX-50 и непринужденным Outback. Crown Signia производит впечатление роскошного внедорожника для экономных людей, обеспечивающего премиальные возможности в салоне, но с существенной скидкой. Автомобиль вполне способен конкурировать с такими популярными моделями, как Honda Passport, Hyundai Santa Fe и Nissan Murano. Ну что скажете, друзья мои, про этот некий симбиоз Крауна и Крауна кроссовера? Мне лично было интересно, да и в принципе интересно посмотреть, какой он будет. Вот здесь сейчас появится QR-код для того, чтобы можно было зайти в наш телеграм-канал и посмотреть, какие машины продаем мы. У нас есть и Toyota, и Lexus, и все остальные автомобили. Свои вопросы вы можете задавать в телеграм-канале. Конечно, не забудьте подписаться на нас ВКонтакте, ну и, конечно, на Ютубе. Поставьте палец кверху, если вам все понравилось, а я уверен, вам понравилось. А с вами был кто? Я. И зовут меня Евгений. До новых встреч. Пока.